Всем доброе утро. Мы проснулись. Ну, я бы сказала, проспали. Наташа, наверное, проспала, да? Да. Собирались мы идти 8 часов на завтрак и в бассейн. Потому что в бассейнах там, как вы вчера видели, технические перерывы. Но сейчас мы уже не попадаем. Время 9:30, наверное, где-то, да? Угу. Поэтому мы решили позавтракать и пойти, наверное, на горку, на ватрушку кататься. Ну, посмотрим. Так что оставайтесь с нами, мы идем завтракать. Спали отлично. Ну, я отлично спала. Лежочек, как ты спал? Нет, я ворочался. Ворочался? Да. Может, потому что под разными одеялами спали? Ну, может быть. Тут два одеяла, такие хорошенькие одеялки. Нет, так уютно, в номере уютно, нам понравилось. Так что мы вчера прям так легли. Я Олегу говорю, прям такое ощущение, что мы где-то в отпуске отдыхаем. Ну, не как будто здесь вся в Подмосковье, а где-то за границей. Я говорю, так как ты прям отключаешься от всего. Нет, надо выезжать, надо отдыхать, надо отключаться. Как я говорю, релаксировать. Куда лопатку дел? Ой, мы уже в спортивных костюмчиках походили вчера нарядные, хватит. Тут вообще все не парятся. Я что-то думала, на ужин в основном все будут там нарядные ходить. А здесь все, потому что на коньках катаются, на горке. И все ходят в спортивных этих. Ну, в спортивной одежде. В основном народ привозит с собой ватрушки, хотя здесь дают. Ну, с детьми, конечно, что там 2 часа в день. И мы вечером, когда вчера гуляли, народ там на своих коньках катается. Потому что выдача до 9 часов вечера. До 8. А, до 8 даже, да. На своих ватрушках дети. Но вечером, кстати, так живенько здесь. Народ уже весь с этих, с бассейнов, отовсюду, с детских анимаций повылазил. Но детей очень много. То есть такой семейно-детский отель для детей. Здесь, видимо, хорошо, как я говорю. Дети развлекаются и родители отдыхают тоже. Ну что, мы пошли. Любимый наш завтрак, о котором я вам недавно рассказывала. Это бекон, яичко и сосиски. Везде стандартный завтрак. А? О, овощи. Я хочу овощи запеченные. Блины с курицей. Тоже, наверное, вкусненько. Я возьму блинчик и овощи запеченные. Гречневая каша с шампиньонами, пене отварное. Ну, такой тоже завтрак неплохой, кстати. Творожная запеканка. Там кашки еще есть, Олег. Не хочешь? Ну, конечно. Жена запрещает жареное есть, поэтому муж бекон взял. Нарезка. Колбаска. Вареная ветчина. Сервелат и сыр. Наташа взяла омлетик такой себе с овощами, блинчик с курицей, чуть-чуть рагу взяла овощное, 2 любимые сосисочки, огурчик, круассанчик попробую с пирожком и нарезочки. Да, скажете, что много, но не факт, что я все съем, но хочу чуть-чуть попробовать все. И свои любимые булочки. Там даже есть кефирчик. Молоко, йогурт питьевой. То есть, ну, нет, так хорошо, да? Завтрак, да? Лучше, чем ужин. Ужин поскромнее был, завтрак. А, кашки там есть, но мы каши не едим. Там рисовая каша, гречневая каша и пшеная, да? Манная. А, не, заместо рисовой, да, манная. Гречневая, манная на молоке и пшеная на воде. Нам приятного аппетита. Кто с нами кушает, тоже приятного аппетита. Хотела вам показать программку. Может быть, кто с детьми, кому-то будет интересно. Для детей здесь, да, много анимации всякой развлекательной. Для взрослых не очень. Всякие штучки тут продают вязаные. Беспроигрышная лотерея. Одна попытка, одна игрушка. 100 рублей. А мы пошли одеваться и развлекаться. Такая раздевалочка здесь. Раздеваешься. Все мероприятия здесь, в основном в этом здании.
Работяжки снежок чистят. Как-то в одном месте они все четверо. Кинули сразу все. Снежок пошел. Ну так хорошо, на улице небольшой минус. Наверное, минус один где-то. 4 показывало. Минус 4? У них, да. Ну, не сказала бы, да? Тепло. Здесь есть еще на территории ресторан платный. Так что если компашкой приехать, вон там вот детская площадочка. Дойду, наверное, покажу сразу. Делаю обзорчик для тех, кто тоже с Подмосковья. Может быть, будет интересно кому-то посмотреть. Такая детская площадка, ну, небольшая, в принципе, стандартная. Вчера детишки вечером тут развлекались. Так вот, платный ресторан. Можно за плату ходить там и кушать. Можно в номер что-то заказывать. Мы так со стороны вчера посмотрели, да, там уютненько. Называется почему-то панорамный. Ну, наверное, то, что так вот он с краю находится. Там, наверное, типа озеро внизу. Сейчас лед. Поэтому... Чё, ты мимо пошел? Ты не пойдешь за ватрушкой? Тир есть. И вот этот ресторан платный. Работает с 12 до 12 ночи. Так что компашка, здесь можно весело посидеть, поразвлекаться. Снег прям в лицо. Да нет никого, дети на анимации сейчас все. Ну да, давайте. Хотите посмотреть, как взрослые катаются? Я ни разу на ватрушке не каталась. Так что попробуем, как это будет выглядеть и что это вообще представляет из себя. Хоть на старости лет покататься. Веревочку подними, а то ты на нее наступишь. А? Если могу, все сразу. А, это вести их, а я думаю, привязываться надо. К чему? Чтоб не выпасть. Чайник, я же говорю, я чайник. Я ни разу не держала эту ватрушку, не говоря уже о том, что не каталась. Хотите на маленьких детей посмотреть? Хотя и взрослые же катаются, да? Конечно. То есть не совсем нам так стыдно будет подурачиться. Не, ну компанией, кстати, глинтвейн, как вы видели, мы пили без ватрушек обещанных. Так что у нас получился день глинтвейна, день ватрушек. То есть мы разделили на два дня. А то как в этом, в девчатах, да? Типа сегодня все переделаем, а завтра что будем делать? На какой-то. Ой, что-то мне страшно. Мне кажется, даже она меня не выдержит. Ну давай, я на оранжевой, ты на зелененькой. Там надо было вещи, можно было оставлять, наверное, сумку. Как плюхаться-то хоть? Ну, задницу садись. Ну, ноги вот сюда, да? Вот, руками здесь держишь. Ой, я что-то боюсь, у меня уже ноги трясутся. Ой, не расшибусь я, Олег. А руками здесь держишься. А как же я снимать-то буду? Ну, одной рукой держишься, а другой себя снимаешь, например, как ты хочешь. Готово? Нет, давай ты меня поснимаешь. Если я умру... Блин, я боюсь. А если я в дерево уеду? Не уедешь ты в дерево. Ой, у меня аж сердечко стучит. Там деревьев нет. Мне готово? Сердечко стучит. Только не сильно меня толкай. Да. Давай не я сильно. Первый раз так попробую. Конечно. Всю семейную жизнь мечтал. На! Мы уехали. Круто. Понравилось? Но чего стрёмного-то? Ты никуда. Вот ты. Тут накатано уже все. Да ладно, какая там скорость? Не знаю.
прям просто страшно, что куда-то сейчас едешь. Хотя, понимаешь, здесь так безопасно сделано. А, ну, кстати, деревья вон даже окутаны. Ну, сейчас вдвоем поедем. Две вместе сразу. А мы можем шибить ты друг друга. Кого? Как себя? Ты шибишь? Не, очень вообще, конечно. Реально, хоть на старости лет попробуем. А ты катался раньше? Конечно, только не на ватрушках, а на пленках. Нет, на линолеуме. Мы тоже в своей маленькой горочке катались. Ну, у нас большая. А, большой от столовой. У нас на стрельбище было большое. На ватрушке, мне кажется, это другое. Идем, поехали. Слушай, а я дальше уезжаю. А зачем ты ногами тормозишь? Страшно. Чего страшного-то? Мне кажется, она так разводится, что он меня остановит. Да ладно. Не надо тормозить ногами. Ладно, сейчас не буду. Очень круто. Я дальше. Ну ты всегда дальше, потому что я торможу. Зачем? Ну не могу, страшно мне. Перебори страх свой. Не могу. Ой. Представь, как рожать, ты же не сможешь. Я уже и рожать не пойду. Фух. Устала я, видите, я вся красная, вся мокрая. Мне хочется прям раздеться. Любишь кататься, люби и саночки возить. Это он на камеру взял, а до этого я сама возила. Да? Сейчас шибет меня. Я не представляю, как можно молча кататься. А? Не представляю, как можно молча кататься. У меня эмоций нет. Нате, везите. А это что, не эмоции, когда ты кричишь? Не, эмоции. Но они редко бывают, а сейчас именно страх. Эмоции от страха. Народ зашевелился. Ну, здесь еще анимация.